перчиком 10 дней от посева. Поглубже посеяли, взошли они на день позже, где-то на 8-9 день. Сегодня 10 день, они еще продолжают сходить. И все-таки 3 штучки взошло с шапочками. Семидольные листочки вытащили за собой семена. Вот этот мне не получилось снять, оторвался семечко вместе с семидольными листочками. Ну вот посмотрите корешки. Кто спрашивает, когда их поливать? Корешки еще мало сосут, очень мало сосут воды, влаги. Грунт должен быть чуть влажный, чтобы он дышал с кислородом. И смотрите, мы же в грунт кладем перлит, вермикулит. Поэтому там влага не быстро уходит из него. И влаги сейчас ему хватает. Поэтому у нас жадные поливы первые. Конечно, будут подрастать, сквозь стаканчики появляться. Корешки вы увидите их. Когда уже будут они больше сосать водички, влаги им будет больше нужно, тогда уже поливать можно чаще. А сейчас пока в 4-5 дней раз поливаем. Еще пока не поливаем.